Итак, всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Аня. Конечно же, наш с вами любимый дорогой проект Faberlic Online. И сегодня я с вами хочу поговорить о том, что у нас стартует марафон по ВКонтакту. И я столкнулась с тем, что очень много наших новичков, вообще новичков, даже топ-лидеров и даже иногда директоров, вы представляете, не знают, что марафоном нужно рекрутировать. Смотрите, мы объявили марафон еще начало марафона месяц назад. И обратили внимание, очень-очень прямо кидается в глаза, что к некоторым людям уже пошли регистрации, а кто-то еще не начал даже рекрутировать марафоном, и ему даже в голову не приходит провести для своей структуры и команды планерочку о том, что действительно скоро у нас с вами стартует такое мощное масштабное обучение. Смотрите, обучение у нас будет в два этапа. Оно будет длиться до Нового года и потом после Нового года. Обо всем я вам, конечно же, обязательно расскажу, как будет проходить марафон и так далее. Но что для начала нужно понимать, это то, что мы специально создаем для вас рекрутинговые ролики, которые недешево стоят, да, то есть мы для вас специально создаем тексты, мы для вас создаем посты, чтобы вы все это все переделывали под себя, брали как базу и выгружали в своих рабочих соцсетях. Вот, например, смотрите, сейчас я сделаю демонстрацию экрана, значит, транслировать экран. Экран один, транслировать звук, транслировать экран. Так, я думаю, что экран всем уже виден. Буду очень надеяться, что виден экран. Да, и смотрите, сейчас я нахожусь на страничке промо Faberlic. Ну, как админка, конечно, но вы все равно все видите и знаете, что у вас на сайте есть вот такая кнопочка обучения. Да? То есть это главная новостная страничка. Промо Вася у нас идет с 9% светится. Да? Каталоги есть на Яндекс.Диске. Марафон уже, да, то есть поздно. Так, встреча с проектом уже тоже поздно. Вот мой тут курс от А до Я. Совет директоров. Всех приглашаем в совет директоров. И марафон делегирования для бизнеса. Это, кстати, Телеграм для бизнеса. Это, кстати, очень актуальный марафон. Заходите туда, не смотрите на эту картинку. Итак, когда мы с вами появляемся на главной странице промо Faberlic, у нас с вами сверху есть обучение. Так вот, самое главное, что мы должны с вами понять, то, что есть общее обучение. И вот это общее обучение должен пройти каждый новичок и каждый топ-лидер. Особенно первую кнопочку. Вот пока ваш новичок на пике энтузиазма, это ни в коем случае нельзя, ни в коем случае нельзя пропускать. Тут не нужны боты, не нужны какие-то заказы, тут ничего не нужно. Новичок заходит, и даже если он не сделал и не оплатил заказ, его можно уже давать вот эту ссылочку свою, да, вот эту ссылочку, если он зарегистрировался, он под своим логином, паролем на сайт промо Faberlic заходит, и сразу же должен попасть вот в этот раздел обучения общее, да, то есть что он тут находит, ссылки на каналы и чаты, вот именно вот это нам сейчас и нужно, мы нажимаем перейти, и тут он должен вступить во все новостные каналы проекта, не тогда, когда он уже, ну, повял, там, ему что-то сложно стало, он столкнулся с какими-то сложностями и слегка закапризничал, да, а тогда, когда он еще серьезно относится к бизнесу. То есть вы когда с ним созваниваетесь или скидываете голосовые сообщения, или скидываете видеосообщения, кружочки, кто как общается со своей структурой и командой, кому как удобно, вот в первую очередь человек должен пройти сюда, чтобы он был обеспечен полностью достоверной, качественной информацией для себя. Это самое главное. В чат отзывов по продукции можно, кстати, добавлять вручную через своего директора. Если вдруг человек не хочет регистрироваться на промо Faberlic как покупатель, да, то есть обзоры, продуктовые вебинары, витрина Faberlic, это все можно через директора. Вот, смотрите, главный новостной у нас с вами канал, это, конечно же, я люблю проект Faberlic Online. Это наш с вами главный новостной канал, туда нужно обязательно заходить. И вот мы сегодня с вами на нем общаемся как раз-таки, да. Далее, так, нажму назад. Значит, чат-отзывы продукции, обзоры продуктовые вебинары, витрина Faberlic, картинки до и после. И далее идет бизнес.
Бизнес – это отработка возражений. У нас есть такой чат, если вы не знаете, на какие вопросы ответить. Я вам сейчас расскажу, к чему я это рассказываю. Я понимаю, что большинство это знает, но не все. Далее – примеры постов для ваших страниц. Вот давайте зайдем сюда, вот в этот вот чат, примеры постов для ваших страниц. И вот как раз недавно еще два новых ролика выслала, да, сделала старший директор Екатерина Шишкина, еще для вас два ролика классных. А до этого был еще вот такой ролик классный. А да, так, а еще ведь 9 на 16 был. А вот еще Александра Кротова, тоже старший директор, тоже сделала такой вот классный ролик. До этого были посты для того, чтобы вы их могли скопировать, мои дорогие, и вставить себе в соцсети. Немножко, конечно же, переделать. Видите, сколько постов по старту марафона. Для чего мы это делаем? Для чего мы наполняем посты, да, прямо так сразу ближе к делу. Для чего мы наполняем чат, пишем посты, ролик. Роликами, да, для того, чтобы у вас всегда была свежая, актуальная информация от проекта Faberlic Online, и вы бы понимали, что к вам пришел новичок в команду, вы ему рассказываете акции, бонусы, вы ему рассказываете маркетинг-план, вы с ним по-хорошему работаете, да, то есть и он может зайти на к вам в команду, к вам в структуру. И пока вы сами ничего не умеете, да, вы можете с ним поработать, показать, где обучение для новичка, постоянно спрашивать, что нужно, а 15 декабря уже позвать его на промо Faberlic, где откроется кнопочка, да, 15 декабря на участие в марафоне. А у всех, у кого есть 25 баллов, будет такая кнопочка. 25 баллов всего оплаченных, то есть там не 50, не 100, не 500. Вот, и получается, человек у вас уже начнет создавать страницы, готовиться к первому этапу марафона. То есть старт 1 декабря, а 15 декабря лидер уже может зайти во вступительный чат, где его будет ждать задание как подготовка к марафону. То есть вы можете обучиться не только сами, но и порекрутировать этим марафоном и вместе со своими новичками приступить к обучению и к росту. Вы представляете? Вы сейчас можете, да, за 19 дней нарекрутировать людей, допустим, по одному человеку в день, и все 19 человек у вас могут стать директорами, потому что они сразу, можно сказать, да, с корабля на бал попадают. Вот это важный момент, который ни в коем случае нельзя упускать. И я заметила в соцсетях, даже у своих новичков, кто ко мне приходит, что некоторые рекрутируют этими роликами уже и постами, а некоторые боятся. Некоторые боятся и переживают, или не знают про эту функцию. А эта функция очень-очень важная, потому что помимо того, как расти, работать и развиваться, мы еще обучаем вас, как позиционировать себя в соцсетях. И получается два в одном. К вам приходят люди, вы их включаете в обучение, вы их проводите 15 декабря через эту кнопку на сайте промо Faberlic, да, оплачиваете с ними 25 баллов. Человек попадает абсолютно на бесплатный марафон, получается, и он еще может кого-то с собой привести. Друзей, знакомых, они могут все вместе стартануть. Вы же понимаете, как это важно? Это очень важно. И, конечно, одной прийти на марафон, это уже круто, это уже победа. Но если вы приведете с собой 10, 15, 20 человек, а директора могут позволить себе привести и 100 человек каждый на марафон, это уже шикарно, потому что вход не ограничен. Понимаете, пусть хоть 1000, вот в прошлый раз почти 2000 человек пришло на марафон, и всех обучили, на все вопросы ответили. Модераторы, просто вот директора, между прочим, люди в статусе директор, будут вас сопровождать и ваших новичков, которые к вам придут. Поэтому важный такой вот важный момент, подпишитесь на все вот эти вот чаты постов и так далее. Далее, значит, канал «Доходы партнеров проекта». Это следующий канал, которым тоже можно рекрутировать, да? Давайте мы сюда зайдем. Тут лидеры выставляют свои доходы. Эти доходы можно скачивать, дорогие мои, и высылать, получается, в соцсетях. Тут есть и тенге, и русские рубли, и так далее. Тоже, я считаю, очень важный канал. Дальше, значит, так, ссылки, чат раскрутки.
И вот когда вы напишите, дорогие мои, свой пост, у нас есть чат раскрутки. И тут есть очень шикарные правила. Они очень простые, да? То есть вы высылаете свою ссылочку, прокачиваете 5 коллег над вашей ссылкой, и все. И все, и вас тоже начнут прокачивать. Понимаете, как здорово? То есть у вас будет активность, у вас будут живые комментарии, у вас будут лайки, можете 2-3 раза одну и ту же ссылочку. Например, если вы написали этот пост ВКонтакте, в Одноклассниках, на страничке, допустим, Инстаграм, вот я через VPN прохожу и в Инстаграм выгружаю, да, то есть там, допустим, в сообществе на Ютубе, да, по-моему, от 2000 подписчиков появляется еще сообщество на Ютубе. Если я все это везде выгружаю и видео на Ютуб выгружаю, то получается с миру по нитке ко мне приходят люди, смотря где я активна и где я веду бренд. И даже если вы будете использовать свою родную страничку и будете говорить своим друзьям и знакомым, да, я иду на этот марафон, да, там обучают только директора на этом марафоне, и они меня научат стать директором, и я выйду хотя бы на 25, 30, 40 там, тысяч рублей, я буду зарабатывать для начала, я смогу уволиться, да, допустим, со своей работы по найму, или я смогу не выходить из декрета, да, с работы, у кого что. А кто-то мечтает уволиться. Вот вчера мы разговаривали с женщиной, она ко мне пришла, слава богу, еще, ну, такая молодая, 56 лет, она мне говорит, пенсии не хватает, понимаете, ей не хватает пенсии. Она всю жизнь проработала воспитателем и получает вот столько. Простите за некрасивое, вот, ну, по-другому не скажу. Вот, фигу получает, 13 или 18 тысяч, сколько сейчас минимум прожиточный, да. И, конечно же, вот сейчас та самая возможность, что вы должны раз и навсегда понять, когда спикеры, модераторы, проект Faberlic Online объявляют о том, что у нас с вами начинается марафон, прямо за целый месяц объявляют. Это говорит не о том, что у вас целый месяц собрать свою структуру и команду и привести на этот марафон. Это уже не обсуждается. Это так и есть, и вы огромные молодцы, если все ваши структуры и команды уже обзвонены и уже знают, что их ждет успешное будущее, да, то есть качественное бесплатное обучение. Это хорошо, но вы еще должны свою структуру и команду обучить тому, чтобы они пошли в соцсети, качественно, красиво написали свои посты, выгрузили вот эти ролики, сделали красивые там, не знаю, превью или картинки в самом начале и так далее. Вот это строго-строго важно. Сегодня я сделаю с вами один пост, чтобы вы видели, как я это делаю. А пока что я с вами пообщаюсь дальше по ссылочкам, да. То есть пост написали, да, примеры постов для ваших страниц. Если вам будут возражать, вы знаете, где задать вопрос, если вы вдруг не знаете, как ответить, да. А если люди будут спрашивать с вас результат, то ваш результат – это результат проекта Faberlic Online. Очень много людей ошибочно полагают, что им нужно сначала сделать результат, потом начинать звать людей из соцсетей. Так откуда же результат придет, если люди на самом деле только в соцсетях и сидят? Вы со мной согласны? Поэтому начинать нужно с нуля. Очень интересно подписываться на человека, который, ну, как я, вырос из грязи в князи, как говорится, да. Мы из таких долгов выбрались. Мы и сейчас на данный момент мы объездили, так, вспоминаю и говорю, по-моему, 17 стран. Если я не ошибаюсь, много городов России, мы купили 3 квартиры, и это, конечно, очень шикарно. Очень многие драгоценные директора покупают машины, ездят отдыхать везде, отстраивают свой дом. Вот, например, как Евгения Клочкова отстроила целый свой огромный дом в Подмосковье или в Москве даже. Вот, кстати, не спросила, к сожалению, да, не буду наговаривать, а то вдруг навру, да. И то есть получается, с Faberlic, помимо того, что у вас легальный доход, и к этому нужно бизнесу отнестись серьезно. Да, он начинается с нуля, но вы можете открыть самозанятых и с первых дней зарабатывать, получать деньги на расчетный счет банки. Самозанятые пока только для России, но они есть, да, то есть вы получили 200 рублей, вы уже их можете вывести. Хотя я не вижу в этом особого смысла, да, хотя бы 1015 и тогда уже открывать. Вот, ну ладно, тут не про это, да. Далее, значит, у нас есть с вами материалы для работы.
вот тут, в этом канале, это просто каналы. Это вам кажется, ой, столько много чатов, я в них могу запутаться. А на самом деле все эти материалы для работы и чаты для раскрутки и так далее, они строгие. То есть если в чате по раскрутке захотят поболтать, строгие модераторы, которые уважают порядок в этом чате, все поудаляют и оставят только ссылочки. Круто. Круто, у нас все круто и у нас все четко, потому что там сидят девчонки в каждом чате, в каждом канале, которые общаются только по делу. И вы быстро можете найти любую картинку по акции новичка, например, любой страны. Вот вы, например, из России, а регистрируется к вам новичок из Казахстана, да? Или вы проживаете в Молдове, а к вам пришел новичок из Таджикистана. Где вы возьмете картинки? Быстро. Вот вы с телефона сидите, а к вам вопрос задали. Где вы возьмете? Вы идете в Телеграм, берете картинку и пересылаете. Вот такая у нас есть стартовая программа, да, то есть тут есть в разных, да, то есть вот видите, подарок даже дарили, да, тут и в леях, и в сомах есть, и во всех остальных валютах, то есть чтобы вам было удобно, да, как активировать виртуальную карту. У вас спрашивают, например, да, вы не знаете, активировать карты нужно там до 13 числа. Вы заходите в материалы для работы, и вы видите, да, вот смотрите, даже подписано 3977 человек, а просмотров 5938 человек. То есть это пересылают, пересылают и пересылают. Понимаете? И этой картинкой действительно работает. И вот один человек, который эту картинку создал, такую красивую, такую классную, помог 6 тысячам людей. Шикарно, шикарно, да? Далее тут у нас с вами идут различные видео, какие вам хочется, да? Также у нас с вами, ну, да, то есть я думаю, вы поняли, заостряться тут не будем, да, тут очень много интересной информации, заостряться не будем. Далее у нас с вами идет видеобанк проекта. Тут в этом видеобанке проекта у нас с вами есть шикарная вещь. Вот если вы пропускаете информацию видеобанк проекта, видео я всегда все дублирую, помимо чата постов видеобанк, как вы видите, да, вот эти два новых ролика у нас тут. Вот, далее, значит, цифровой форум, нарезочка есть. Далее все ролики, да, которые были на цифровом форуме, уже порезаны и уже разложены тут. Вы можете их выкладывать и можете сделать качественный контент в соцсетях. Кто сказал, что вам нечего писать? Вот позавчера мне новичок пишет, я не знаю, что мне написать. Посмотрите, сколько классной информации. И 800 человек ее видели. А вот еще, смотрите, один ролик в формате 9:16. Это можно использовать в клипах, рилсах, шорсах на ютубе, да, то есть вот такой ролик еще есть. А вот такой ролик есть. Есть классный ролик по маркетинг-плану, если вы сами не можете про ролик поговорить, да, то есть есть вот такие вот картинки, и эти картинки будут говорить о том, что вы можете делиться этими картинками прямо к себе в сторисы, неважно в какой соцсети, на ютубе, кстати, тоже есть сторисы, да, и ставить ссылочку на регистрацию. Круто? И ставить свою собственную ссылочку на регистрацию. Если вы ее будете ставить, люди будут уже к вам приходить. В обучении, как поставить ссылочку, например, на регистрацию ВКонтакте, тоже есть. Вы представляете, вот кто не проходил обучение, очень много теряет. Да, ну и также фотобанк проекта, тут можно брать фото успешных людей, скоро будет еще очень много фото, да, давайте зайдем. Видите, тут люди с чеками, их можно выгружать в соцсетях, брать пачками, выгружать, потому что это люди, которые уже добились успеха, даже если вы еще сами на нуле. Даже если вы еще только регистрироваться завтра собрались или с первого дня каталога вы собрались регистрироваться, да, у вас уже все есть, вы можете все это смотреть. Далее, расписание вебинаров проекта Faberlic Online и открытые записи вебинаров. Это тоже очень важная вещь, потому что вы всегда можете пройти с утра в этот чат расписание вебинаров и увидеть, какие сегодня будут вебинары. Вот, например, сегодня... В 2 часа дня я объявила, что будет вебинар в 8 вечера, и я сюда его поместила, да, и люди увидели, 1200 человек увидела, шикарно, шикарно. Какие идут вебинары, видите,
Вот все есть, все анонсы вебинаров есть. И, конечно же, есть и все записи вебинаров, да, открытые записи вебинаров. Открываем новые вкладки. Тут, кстати, есть записи и по маркетинг-плану. Очень часто в чатах пишут, а где мне взять подробное видео, как читать маркетинг-план? Так вот тут. Просто нужно подальше, поглубже полистать, да. Вот, например, есть «Как закрыть успешно каталог» от Асалауловой Галины, да. Есть «Зачем делать личные заказы». Вот у вас есть сомнения? Некоторые говорят, ой, я привыкла порошок в магазине покупать, я не хочу покупать порошок Фаберлик, ну купи зубную пасту, посмотри, зачем делать, зачем, почему это выгодно вам, да? Как выбрать метод рекрутирования? Вы можете пообучаться и пообучать свою структуру и команду, если вы будете знать, где брать ресурсы. Вы можете посмотреть сами и подумать, слушайте, а моему новичку этот обучающий вебинар подойдет. Мы с ней пойдем и вместе будем выбирать способ рекрутирования и так далее, да? Запись вебинара на тему правила добавления акций и подарков. Очень многие не знают, что такое стартовая программа, что такое VIP-программа, да, то есть, а тут все есть. Как использовать скидки мега-акций из компьютера, из телефона, как активировать карточки. И когда у вас есть вот такие вещи крутые под рукой, да, и ваш новичок спрашивает, а как активировать, а вы где-то, может быть, там, не знаю, ребенка из садика забираете, и вам некогда позвонить, объяснить, показать. Зашли на канал, скопировали ссылочку, да, вот, допустим, спросить, ты с компьютера или с телефона? Или вот так вот взяли, скопировали, да, то есть вот так вот и отправили, кому нужно отправили. Так, кто у меня тут есть? Вот так вот, вот сюда отправили, вот так, да, то есть и все. И у вас уже никаких проблем нету. Вот это, ребята, очень, конечно, важно в первую очередь объяснять своим новичкам, что проект Фаберлик Онлайн – это мегапроект. Понимаете, это мегапроект, где есть все. Главное, чтобы вы спрашивали, а где это взять, а где мне можно взять. Вот с этого нужно обязательно начинать. Поэтому, если вы сейчас начнете рекрутировать вот этими видеороликами, то самое интересное, что у вас произойдет, к вам могут прийти люди, которых мы за вас, у вас же и обучим. Причем, когда будет старт 15 декабря и откроется кнопка промо Фаберлик, где будет закреплено обучение, да, предстартовое, да, грубо говоря, обучение, где будет предстарт, вот, мало того, что вы начнете вот это все создавать, готовиться сами, готовить свою структуру, команду, переживать за них, давать советы, какое главное фото поставить, какой клевый пост написать и так далее. Помимо всего, я 28, 29 и 30 декабря буду также делать предстарт вебинаров для марафона. За что платят? Расскажу про директорский маркетинг-план, расскажу суть бизнеса, расскажу после директорский маркетинг-план и расскажу акции бизнеса. То есть ваши люди на марафон зайдут замотивированными. Они будут знать не просто, что директор – это 60 человек по 50 баллов, они будут знать, какие это деньги платят, какие тут бизнес-акции есть, какие премии, бонусы они могут взять, в том числе и бонус материнства, усыновления, бонус быстрый старт. Я не буду ррассказывать о стартовой программе, потому что о стартовой программе рассказывает Татьяна Гартингер каждый первый понедельник. Да, понедельник день тяжелый, давайте забудем это слово. Вот. И у нас с вами получается то, что у нас все есть, но некоторые просто не знают, где это взять. И есть такие вот горе-наставники, которые про это, к сожалению, не проводят и не объясняют, думая, что они объясняют лучше всех. На самом деле, когда у нас с вами все под рукой, у нас с вами все удобно, и мы понимаем, для чего столько информационных каналов и чатов, и у нас все раскладывается по головам, то у нас никаких проблем нет. Вот даже если взять... Ой, так, проще заново пройти, да, открытые записи вебинаров. Даже если взять вот открытые записи вебинаров, вы посмотрите, сколько вебинаров, да, 5 октября, 4 октября, 28 сентября, да, то есть
практически, вот кроме выходных, все время ведутся вебинары. И все время они ведутся для вас, для вашей команды. И вы можете брать тут все, все при все. Вы посмотрите, сколько много, как интересно, да? То есть вот, пожалуйста, вебинар на тему квалификационных бонусов. Но вот этот вебинар, кстати, сейчас только действует для ЛНР, ДНР, ну вот те, кто недавно присоединился, да, к России. Вот. То есть вам тут все разжевано, самое главное понять, что это есть. Вот, и обязательно смотреть директоров. Если вы еще не директор, учитесь у лучших. Не у тех, кто вас окружает и ни разу не был директором компании Faberlic, а именно учитесь у тех, чей успех вы хотите повторить. Это важно, потому что лидер с опытом, он не научит какой-то ерунде. Понимаете? Нисколько, ну никак не сможет научить, потому что у него есть опыт, у него есть практика, он это сделал. И он покажет вам, как он это сделал. И вам это тоже нужно понимать. Вот, далее, значит, стартуем мы с вами на марафон 1 декабря, да, первый этап у нас с вами 100 баллов, хорошо бы, 25 баллов, да, то есть по итогам 16 и 17 каталогах, то есть и в 16 и в 17 каталоге у вас должно быть 25 баллов оплаченных, тогда вы проходите. Вот, новички просто делают 25 баллов, где же они возьмут, да, предыдущий каталог, если их там еще не было, это понятно. Далее, значит, второй этап у нас с вами идет за 50 баллов, второй этап у нас с вами идет за 50 баллов, сейчас я вам, где-то я в избранном готовила текст, главный модератор мне выслала текст. Сегодня у нас планерка была в чате Кононовых. Итак, значит, 15 ноября откроется вступительный чат с промо. Вход 25 баллов. Давайте я вам перешлю эту информацию, чтобы вам было удобненько, чтобы вы знали все, чтобы вам ничего записывать не нужно было, чтобы вы копировали и перенесли, да? Вот, единственное, что... А, предстарт я тут тоже указала. Потом, значит, мы с вами... После первой части отмечаем Новый год, конечно же, проводим со своей семьей, знакомыми. И с 4 по 9 января до 14.00, до 9 января до 14.00 у нас начинается набор на вторую часть, рекрутинг. Там будет автоматизация, таргет, там будет рекламы много, там буду я вещать, там очень много девочек еще, там я посмотрела такой длинный список спикеров и автоматизация, да, то есть там будет все. Пожалуйста, приходите, приводите свою структуру и команду, пожалуйста. И причем, даже если кто-то из ваших людей опоздал на начало марафона, и он, допустим, 3 января зарегистрировался, пришел, он может сделать 50 баллов и сразу попасть на рекрутинг, и мы опять-таки его за вас обучим. А вот эти ролики, они будут в записи, в расписании вебинаров, и вы представляете, вы можете им взять и выслать. Да, предстартовые ролики по за что платят, да, директорский маркетинг-план, суть бизнеса и так далее. Я думаю, это вообще класс. Это класс, ребята. Поэтому кому это нравится, вот все эти идеи, кому нравится наша забота о вас, пожалуйста, вот лайк на это сообщение поставьте мне, будьте добры. Да, сколько у нас людей, давайте увидим. Кто вообще счастлив тому, что ваша структура и команда всегда обучена не вами, а огромным опытом практиков. Вот, пожалуйста, все ставим лайки, рассылаем, приглашаем. Скоро будет ссылочка на промо, да? Один человек только порадовался, да? Ну, может, еще кто-то... А, вот, смотрите, как плохо обновляется, да? Понятно, значит, задержка идет. Вот, поэтому сейчас поймите одно. Поймите одно. Вот закройте глаза. Вот не поленитесь сейчас, закройте глаза и представьте толпу 300 тысяч человек, 500 тысяч человек, 500 тысяч человек. Представили? Так вот, это наш с вами любимый, дорогой, огромный проект Faberlic Online, который один за всех и все за одного. И никого, если вы сами этого не решите, никого мы в априори бросить не можем. Потому что очень часто мне пишут: «Анна, но я вот в вашей глубине, там в сотой линии, жаль, что я к вам не могу пойти на марафон». Ты о чем, дорогая?
беги на марафон. Неужели ты не хочешь идти на марафон? Как это так? А вот люди думают, что они уже не у нас, раз они не наша первая директорская линия. Берем всех, неважно в каком статусе, когда вы пришли. Главное, чтобы у вас был заказ на 25 баллов, и кнопочка на промо Faberlic у вас откроется. Марафон для всего проекта Faberlic Online. И для людей Николая и Татьяны тоже, кто понимает, о чем я говорю. Это тоже очень важно упомянуть, потому что некоторые говорят, что вот мой наставник с Украины не смог работать, и я везде пущена по боку. Нет. Просто проявись, просто дай знать, и мы тебе откроем доступ. Да, просто перестань обижаться и дай нам знать. Потому что эти люди, они были надо мной, и я не вижу эту структуру, я не вижу эту команду, я не была их наставницей. Они были моими наставниками, понимаете? Надеюсь, и будут скоро. Прям соскучилась уже. Ну что ж, я вам поговорила, да, с вами обо всем. Сейчас мы идем в чат постов. Пост, пост, пост. Пишем посты. Ой, какие умнички, уже 4 человека, 5 даже зашло после того, как мы... Ой, прям во время вебинара, ну, крутышки, ребята, я вас прям поздравляю с такой крутой активностью. Обязательно везде проходите. Итак, ну, допустим, давайте возьмем в пример вот этот вот пост. Давайте я его сейчас на данный момент скачаю. Видите, он какой красивый. Лидеры тут с чеками совсем, да? То есть давайте я его... А, он у меня уже скачан, да? Значит, открыть как-то надо в папке. А давайте я вам сразу же... Кто-то просил с телефона, да, показать? С телефона, наверное, да, лучше показать. Сейчас тогда перезайду к вам, получается, и сделаю демонстрацию экрана. А, запись летит. Ладно, давайте лучше так. Да, я боюсь, что запись летит. Просто смотрите. А ВКонтакте, вот это моя страничка, да, то есть у меня вот уже выложен клип. Вот это называется клип. И вы можете такой же клип выгрузить себе и для себя. Я тут звук выключила. И написать, считайте, пост. И дать ссылочку, чтобы люди к вам присоединялись. Смотрите, как классно. Эта ссылочка тоже ведет на марафон по ВК. Но тут... да, то есть мой домен обязательно и мой регистрационный номер. То есть люди приходят ко мне и будут зарабатывать со мной и у меня. И также, чем хорош, это Танюшка Букаринова, кстати, создала эту страничку. Она есть на промо Faberlic, доступна для всех, да. И, кстати, тут есть как мне написать. Например, если человек не хочет написать ВКонтакте, да, давайте посмотрим, открыть ссылку в новой вкладке. Вот он мне пишет написать на моей странице, и он попадает в избранные. Да, ну тут у меня ко мне в избранное, но к вам в переписку, если это человек, если вы не хозяин, если вы не хозяин, да. Вот, далее, значит, вот таким образом. И я, то есть взяла вот эту готовую ссылочку, взяла готовый ролик, взяла готовый пост, скопировала, слегка его видоизменила, разбавила смайликами, добавила от себя несколько клевых слов и просто выложила. Понимаете? Просто выложила, и вот он у нас появился тут, да? А дальше можно также посмотреть следующий клип. Это мы ездили в Казахстан. Но тут уже без этого, да? Далее смотрим, да? Приглашаем развиваться. Вот еще один ролик, уже выложенный в формате YouTube 16:9. То есть клипы, вот клипы, да? Они только 9:16 выкладываются. Фото вы можете выкладывать в любом формате, каком вам захочется, да? А... записи, получается, у нас с вами выкладываются и так, и так. То есть этим клипом, сейчас я вам покажу этот клип, вот этот клип, так он смотрится в ленте. Но я закрепила в ленте вот такой клип, потому что мне кажется, что он так смотрится красивее. И я поставила туда свою заставочку, свою превьюшечку со своей фотографией. То есть, когда я вам говорю, ходите хотя бы раз в полгода на классную фотосессию, а вот это как раз для того, чтобы вы могли профессионально упаковать свою страницу, свою главную фото, все свои аватарки, все презентации,
презентации, получается, вы бы могли упаковать красиво так, чтобы к вам в соцсетях относились серьезно. Ведь мало сделать так, чтобы вы относились серьезно к этому бизнесу, да, но еще и нужно, чтобы к вам серьезно относились. И, конечно, там девушка в бегудях и халате – это не совсем то. А вот профессиональное фото – это классно. Да, то есть вот я еще раз, да, так же сделала, и опять-таки я тут вот эту ссылочку поставила. Видите, опять эта ссылочка. То есть я поставила и туда, и сюда. И как вы продвигаетесь, да, ВКонтакте? Вот я, например, продвигаюсь таргетированной рекламой. Как ей продвигаться таргетированной рекламой? У вас есть, так, это мои закрома, значит, у вас есть в разделе, получается, главная страница промо Faberlic. Так, почему не грузится? Я в админке, да, засела. Вот давайте сюда тогда нажмем, да, главная страница промо Faberlic. Вот он, курс от А до Я, по-моему, 6-й или 7-й вебинар, как мы запускаем таргет. То есть у нас все это есть, все без изменений пока что. Как запускали, так и запускаем. Вот, и когда я, допустим, запускаю там 200 рублей в день, 300 рублей в день, да, в настройках вы можете посмотреть, как мы это делаем, то люди новые приходят на мою страничку, смотрят, и кому это нужно, они сами решают, прийти ко мне или нет. То есть таким образом я сижу на входящих заявках. А у кого пока нету денег на продвижение, кто еще совсем новичок, я вам сейчас сообщу такую новость, что мы спамили аж до самого статуса партнер. Ну, потому что нам это нравилось. Даже когда у нас появились деньги на рекламу в статусе директора, да, мы и то решили не автоматизировать свой бизнес, потому что нам показалось, что самый лучший вид рекрутинга – это все-таки нетворкинг, ну или в простонародье спам, да, то есть как его кто называет, кто его адресный рекрутинг называет. Ну, есть, конечно, тупой спам, я по-другому его назвать не могу, когда одно сообщение скопировали, 5 сообщений разослали, страничку заблокировали, все расстроены, такому мы учить не будем. Мы будем учить с вами, как классно подойти к рекрутированию, чтобы у вас было все здорово. Ну и у меня, да, чуть-чуть пообучались. Как вы видите, в сюжетах у меня сразу маркетинг-план. Мне очень понравился ролик по маркетинг-плану, поэтому человек может перейти к записи, посмотреть пост. То есть, если у него будут какие-то вопросы, если у него будут какие-то вопросы по маркетинг-плану, это будет глубокая ночь, он уже может зайти и посмотреть на мою страницу. То есть я должна быть удобна своей аудитории, чтобы они ко мне приходили. Вот это очень классный момент, когда вы своей аудитории нравитесь, и вы своей аудитории удобны. Угу. Вот, со временем у вас накопятся подписчики, да, то есть у вас накопятся, получается, люди, которые на вас будут подписываться. Я сейчас даже не знаю, где они, у меня подписчики, да. Вот, и постепенно, по чуть-чуть ваш бизнес, ваш бренд, ну, вот это у меня брендовая страница, да, ваш бренд будет, получается, развиваться все большими и большими темпами. То есть я сейчас закрепила главную информацию, которой я рекрутирую. И вот эта главная информация, ну, там еще я о себе немножко написала, вы кому нужно, зайдете, посмотрите, да. И то есть вот это вот та самая главная информация тут. Кто-то даже, это я в своей группе поделилась, а кто-то, 2 человека в сообщении поделились. То есть вот кто-то из моих лидеров работает, и 2 человека вот еще придут на марафон, получается. Кого-то вот мои лидеры собирают, да, со своих страничек в ЛС кому-то. Но это только зарегистрированным, да, то есть с моей страницы можно рассылать только зарегистрированным людям. Тем, кто не зарегистрирован, ни в коем случае нельзя высылать чужие ссылки для регистрации. Берите свои ссылки в промо Faberlic. Это очень важно. Если вы будете брать чужие ссылки в промо Faberlic или ссылки из интернета, то люди, которые захотят зарегистрироваться, они уйдут к тому, кому вы эту ссылку дали. И потом попробуйте, докажите, что это ваш человек. Это очень-очень важно. То есть берем, и домен там, по-моему, 200 рублей на год стоит, ничего там такого нету сложного, поэтому
Действуйте, все в ваших руках, у вас 19 дней на рекрутинг. Если есть лидеры, которые сейчас делают по 100, хотя бы по 50 человек охвата в день, хотя надо хотя бы человек 300, да, в день охвата делать, то у вас уже точно 100% будут регистрации на качественно оформленный рекрутинг. Понимаете, рекрутирование тоже должно быть качественно оформлено. Потому что если у вас на страничках один продукт, люди даже не знают, что у вас есть деньги, и вы можете научить их зарабатывать деньги. А компания Faberlic очень хорошо всем платит. И получается, что люди могут у вас купить просто, а к кому-то пойти зарабатывать деньги. Не лишайте свою аудиторию, своих родных, любимых, классного, легального дохода при свободном графике через интернет. Очень важный момент, аспект, который нельзя упускать. Я думаю, все поняли. Я надеюсь, что всем все понятно. Много времени у вас не буду, да, то есть я вам показала, как я все оформила красиво, как я все выложила красиво. Стоп, я вам не показала, как поставить ссылочку на регистрацию в сторисах, где взять это видео. Так, 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 панель управления, обучение, блок обучения 25 баллов, рекрутинг ВКонтакте, есть кнопочка, да, помимо мастер-классов и так далее, да, рекрутинг ВКонтакте, и в самом-самом низу добавлены новые ролики. Как добавить ссылку в истории ВК, способ 1, способ 2, и так далее. Если нет в группе разделы товара, тоже вот кнопочка видео. Понимаете? И вот вы проходите в это видео, да, проходите в это видео, и у вас все показано. У вас все показано, у вас все рассказано, куда зайти, как добавить, что сделать. То есть маленькое, коротюсенькое, минутное видео. То есть все для вас, мои дорогие. Поститесь, развивайтесь, ставьте ссылки на регистрации, свои собственные, берите эти ссылки у себя. Да, я считаю, что это важно донести, это важно сделать, и это минимум, который нужно сделать. Хотя бы пассивно порекрутируйте, да, выставьте пост, вдруг кто-то увидит из ваших друзей, знакомых и придет. Выставьте на все свои странички, понимаете? Выбирайте, можете каждый день брать разные ролики. И каждый день выкладывать разные ролики и разные посты. Писать, еще можете какую-нибудь свою говорилку, вот в говорящую голову наговорить, что, ребята, завтра будет крутая новость, поразогревать сегодня аудиторию на ночь глядя, а завтра выложить, что будет бомбезный пост, люди вот с таким доходом будут для нас преподавать. Понимаете, свою вот эту вот... вообще мастерство, да, раскрутить человека на то, чтобы он к вам пришел и стал вместе с вами успешным, это очень здорово, потому что очень много людей, когда вы рекрутируете, на первых порах они, ну, что-то типа сомневаются, что ли, а потом уже спустя какое-то время, когда они выходят на 10, на 15, на 20 тысяч рублей, на первые деньги, они начинают вам верить и говорить: Господи, как ты была права, как тут круто, мне никуда не надо, я встала, кнопочку нажала, и я на работе. Я счастлива, да, то есть вот прямо вот, вот этот вот момент, когда мы понимаем, что такое фриланс, начинаем его ценить и начинаем расслабленно работать, самое-самое классное. Так, ребят, если у вас вопросы, я, к сожалению, не буду, нет, вопросов, скорее всего, нету, потому что вы их не сможете задать. Да, я надеюсь, что все хорошо, я все понятно объяснила. Берите, если вам что-то непонятно, дорогие мои, ваши директора ждут вас. Угу. Ваши директора ждут вас. О, еще люди зашли прямо во время вебинара. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьми людям я принесла сегодня пользу. Очень счастлива. Очень-очень счастлива. Так, ну что, мои хорошие, да, смотрю, и тут лайков поставили, да. Все, всех жду на марафоне,
как минимум вам, чтобы по 10 регистраций нашли каждый, завел по 10 человек каждый, кто сегодня был на этом вебинаре. Пусть у вас все будет хорошо, пусть у вас все будет замечательно. И если есть вопросы, я вас очень прошу, не бойтесь показаться глупыми. Когда человек боится задать вопрос и боится показать себя глупым, страдает трое. Вы сами, потому что вы не добьетесь успеха, пока не научитесь задавать вопросы. Ваша структура, потому что она будет недоучена, потому что вы недополучили знаний из-за того, что вы стесняетесь. И ваш наставник. У вашего наставника вообще могут со временем появиться комплексы и думать, да что, все вроде говорю, а у него не получается. На самом деле нужно было просто пару вопросов задать. Понимаете? Вот в чем прикол. Поэтому прежде чем стесняться, подумайте, что вы ущемляете не только себя, но и троих людей, а может и целую структуру и команду. Вот это нужно обязательно. Обязательно. Ну все, я думаю, что час у нас с вами практически подходит к концу. Все хорошо, что-то непонятно, обязательно идите и задавайте своим директорам вопросы. Ваши директорские чаты. Да, тут проект Faberlic Online, он общий, большой, комментарии у нас закрыты. Вот. Но все свои вопросы, если вы желаете действовать, дайте я тоже лайк поставлю. Все свои вопросы, если вы желаете действовать, вы можете сделать с помощью своих директоров, наставников, с помощью общих директоров. Меня очень часто спрашивают, а что делать, если наставник не отвечает? В принципе, частый вопрос. Идете в общий чат, веточный чат, структурный чат, и там задаете вопрос: девочки, вот я не поняла, я хочу начать рекрутировать марафоном, но я не поняла, как выложить пост. Да? То есть, если вы спамите, вы можете на все свои рабочие странички этим постом тоже поделиться со своей основной странички и закрепить. Понимаете, до первого числа все можно закреплять. Вот чтобы он был закреплен. Это здорово. Поэтому обязательно, обязательно сделайте это. Закрепляйтесь, рекрутируйтесь. Вы представляете, вот сейчас на вебинаре 155 человек. Да, и 155 людей сделают посты, но все равно будут регистрации, потому что у вас у всех есть друзья. А вдруг на вас кто-то давным-давно подписался и думает, начать с вами работать или нет. И он, увидев этот пост, решится. Понимаете, сбор регистраций – это как раз та самая вот воронка, да, невидимая, о которой все говорят, что вот создайте там автоворонку, к вам люди пойдут. На самом деле, да, ну все вы знаете, что у нас есть раздел автоматизации от 50 баллов, там это все есть, но тут суть не в этом, а суть в том, что вы должны понять, что человеческое отношение, оно самое классное. И если человек видит, что вы активны на своей страничке, что вы проявляетесь, что вы пишете посты, что вы приглашаете в крупный проект зарабатывать крупные деньги с состоявшимися лидерами, которые их бесплатно обучат, очень часто люди говорят, ну, бесплатный сыр только в мышеловке. Я говорю, только не в MLM. Почему только не в MLM? Потому что чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатываю я. Если вы будете зарабатывать мало, то и я буду зарабатывать мало. И у людей открываются глаза. Я им прямо вот правду говорю, понимаете? Обычную правду говорю, и у них встает голова на место. Они начинают понимать, что им помогают не просто так, а как бы, ну, все равно, когда все бесплатно, люди начинают подозревать, что это все бесплатно, да. Тут не в этом дело, да, а дело в том, что мы работаем на перспективу. И эта перспектива, вы же видите сотни директоров на проекте Faberlic Online. Сотни. А это как раз те самые перспективы. Когда-то, несколько лет назад, я начинала одна свой бизнес. Потом ко мне присоединился муж. А потом мы познакомились еще сначала познакомились с наставником. Он мне помогал. Потом ко мне присоединился муж, когда я на уровне старшего директора открыла уровень старшего директора. Муж сказал, все, я увольняюсь, я теперь буду с тобой, буду тебе помогать. И он все эти года мне помогает. Где-то с дочкой погуляет, я вебинар проведу, да, а где-то и я повожусь, он планерку водит.
да, ведет, вернее, прошу прощения, заговариваюсь, да, и это классно, и это здорово, поэтому растите, развивайтесь, а мы сделаем все, чтобы у вас все было хорошо. Доверьтесь проекту. Вот я вам реально говорю, доверьтесь проекту. Вы только сами себе можете разрешить рост по социальному лифту или запретить. Сами себе вы тоже можете из-за своих сомнений. Дерзайте, все в ваших руках. Как вы видите, для вас все собрано, для вас все создано, и вы можете просто пойти и сделать. Ну все, мои дорогие, всем пока-пока. Надеюсь, что была полезна. Удачи всем, роста, везения, во всем вдохновения.